Инвестиции в ICO превысили венчурное инвестирование более чем в 3 раза. По последней информации с портала CoinDesk, с апреля по июнь в различные ICO было инвестировано около 800 миллионов долларов по сравнению с 235 миллионами долларов, собранными через венчурные фонды. Некоторым ICO-компаниям удалось собрать более 100 миллионов долларов. По мнению Брока Пирса, соучредителя и управляющего партнера Blockchain Capital, в ближайшие несколько лет ICO может заставить традиционные венчурные компании уйти в прошлое. Однако недавний запрет на ICO в Китае показал, как быстро все может измениться и что пропасть могут сами ICO. Сейчас ничего нельзя сказать наверняка, кроме того, что ICO обогнали венчурное инвестирование и занимают доминирующую позицию по сбору средств для блокчейн-стартапов.